суднообеспечение или вспомогательное судно, входящее в состав военно-морского флота, военно-морское или рейдовое судно, назначением которого является обеспечение деятельности сил флота в военное мирное время. Судообеспечения могут быть специальные постройки или переоборудованными из других кораблей или судов. Как правило, судообеспечение носит флаг вспомогательных судов или государственный флаг, могут управляться либо командиром, либо капитаном гражданского флота. Морские судообеспечения. Морские судообеспечения делятся на судообеспечение боевой подготовки, испытания оружия и техники, суда медицинского обеспечения, радиационной безопасности и химической защиты, суда навигационного гидрографического обеспечения, транспортные судообеспечения, суда аварийно-спасательного обеспечения, суда технического обеспечения, суда обеспечения базирования кораблей и оборудования театров, суда обеспечения боевой подготовки, испытания оружия и техники, предназначены для обозначения целей при выполнении боевых упражнений с применением оружия, тренировок личного состава, проведение испытаний боевых средств, исследование энергетических установок, движителей и конструктивных узлов. К таким судам относятся учебные суда, суда-мишени и катера-мишени, катера, водители-мишени, опытовые суда и другие, суда медицинского обеспечения, радиационной безопасности и химической защиты, предназначены для транспортировки раненых и пораженных, оказания медицинской помощи, дезактивации и дегазации боевых кораблей и судов. К таким судам относятся госпитальные суда, санитарные транспорты, суда радиационного контроля, дегазационные суда, суда радиационной и химической разведки и другие, суда навигационного и гидрографического обеспечения, предназначены для проведения исследований мирового океана, оборудование морских и океанских театров военных действий навигационными средствами обеспечения безопасности мореплавания. К таким судам относятся океанографические суда, гидрографические суда, плавучие маяки, транспортные суда обеспечения, предназначены для доставки и передачи боевым кораблям в пунктах базирования и в море различных видов оружия, топлива, воды, продовольствия и других материальных средств. К таким судам относятся корабли комплексного снабжения, морские транспорты вооружения, сухогрузные суда, рефрижераторы, водоналивные суда, танкеры и другие. Суда аварийно-спасательного обеспечения, предназначены для оказания помощи кораблям, судам и летательным аппаратам, терпящим бедствие, а также для выполнения судоподъемных и подводно-технических работ. К таким судам относятся спасательные суда, судоподъемные суда и другие. Суда технического обеспечения, предназначены для выполнения ремонтно-восстановительных работ на кораблях в пунктах базирования или в море, контрольных проверок состояния физических полей кораблей, размагничивания их и решения других задач технического обеспечения. К таким судам относятся плавучие судоремонтные заводы, плавучие мастерские, суда контроля физических полей кораблей, суда размагничивания и другие, суда обеспечения базирования кораблей и оборудования театров, предназначены для обеспечения связью маневренных пунктов базирования, проводки кораблей и судов в льдах, прокладки подводных кабелей, буксировки кораблей и выполнения других задач. К таким судам относятся суда связи, ледоколы, кабельные суда, морские буксиры, рейдовые суда обеспечения. Основным назначением рейдовых судов обеспечения являются снабжение, ремонт, техническое обеспечение и обеспечение повседневной деятельности кораблей в основных пунктах базирования, в гаванях и на рейдах. К рейдовым судам обеспечения относятся рейдовые транспортные суда, рейдовые суда и средства технического обеспечения, рейдовые суда обеспечения базирования кораблей и оборудования театра. К рейдовым транспортным судам относятся пассажирские, разъездные рабочие катера, рейдовые баржи, рейдовые паромы. К рейдовым судам и средствам технического обеспечения, рейдовые плавучие мастерские, рейдовые суда размагничивания, большие, средние и малые плавучие доки, рейдовые суда, электростанции и другие. К рейдовым судам обеспечения базирования кораблей и оборудования театра, катера связи, рейдовые буксиры, рейдовые ледоколы, коллекторы и т.п.